Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и в сегодняшнем обзоре мы разберем биржу Bybit, как на ней торговать, как зарабатывать. Максимально коротко и понятно, погнали. Биржа Bybit специализируется в основном на деривативном, на фьючерсном трейдинге, то есть на торговле с плечом. Если вы вообще не понимаете, о чем я сейчас говорю и что такое торговля с плечом, то дисклеймер. Торговля с плечом — это очень опасно, и лучше посмотрите наш видеоурок для чайников, который, когда мы допилим, сейчас появится у вас сверху. А если вы понимаете, о чем речь, и уже торгуете на желтой бирже или на какой-нибудь другой, то я думаю, вы поймете. Погнали. Bybit входит уже в тройку лидеров по CoinMarketCap среди лучших криптовалютных деривативных бирж, стремительно набирает обороты. Они добавили здесь также спот-торговлю, Wi-Fi центр, где вы можете класть в стейкинг свои депозиты под там 15-17% годовых, например. Но в этом обзоре не об этом, это и так понятно. В этом обзоре мы поговорим конкретно про то, как делать баснословные профиты в полуавтоматизированном режиме, практически не напрягаясь. Как видите, вот у меня здесь открыты две сделки, и они сейчас в очень хорошем плюсе. Но давайте поговорим о том, как открыть сделку. Первое, что нужно вам сделать, это прокрутить в описании этого видео и пройти вот по этой ссылке на биржу, зарегистрироваться на ней, если у вас еще нет учетки. Ввести тут электронную почту, придумать пароль или по номеру телефона, нажать «Я согласен», регистрация, и все, у вас есть аккаунт. Дальше вы попадаете вот здесь, в правом верхнем углу, да, здесь есть русский язык для вас специально, в правом верхнем углу ваши активы, это ваш кошелек. Здесь он делится на ваш спот кошелек, деривативный кошелек и Wi-Fi аккаунт. Вот у нас тут есть что-то на споте, но в основном, конечно, все на деривативах здесь, потому что сейчас у меня две сделки по эфиру и по риплу. Но давайте, чтобы показать вам, как это работает, идем в деривативный аккаунт. И сейчас я вам покажу, как открыть новую сделку на USDT контрактах. Но поскольку у меня нет USDT, сейчас мы поменяем часть эфира на USDT. Это можно сделать как в спот-трейдинге, поменяв прямо в торговом терминале, так и здесь есть быстрый обмен, что очень удобно по рынку. Вы можете нажать вот «Обмен» и выбрать, что на что вы меняете. Мы в данном случае меняем с вами эфир на USDT. Вводим, допустим, пол эфира, получить котировку, и видим, что мы за пол эфира получим с вами 1320 долларов. Окей, нас это устраивает, обмениваем. Нажимаем «Обменять», «Подтвердить», и вуаля, обмен успешно совершен. Назад к моим активам. Вот это спот аккаунт, идем в деривативный. Вот у нас появилось здесь 1300 USDT. Теперь мы можем идти в торговлю деривативами, бессрочный USDT, и торговать любой из вот этих пар. Ну, допустим, Litecoin USDT. Давайте приблизимся на 5-минутный график. Все здесь очень удобно вот так перетаскивается, настраивается, как вам удобно. Что здесь можно делать? Из уникальных фишек в USDT марже вы можете открыть одновременно и лонг, и шорт. Допустим, смотрите, по лайткоину мы можем с вами сейчас вот на 10% от нашей суммы, это 42 лайткоина, но мы можем даже на 5 открыть 25 лайткоинов лонг. Вот будет цена ликвидации, обязательно читаем, смотрим. И 25 лайткоинов шорт, встречные. Вот, смотрите, у нас открылась встречная позиция. Теперь у нас получается, вот у нас лонг по лайткоину и такой же шорт. Теперь у нас ликвидация по лонгу 1 цент, а ликвидация по шорту 20 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, ликвидации нету. Но и профит у нас сейчас будет, соответственно. На одной сделке будет прибыль, на другой лосс. Поэтому это такое развлечение больше для арбитражников, но, тем не менее, я вам его все равно показываю, чтобы вы понимали, что оно тут есть. Вот, допустим, сейчас у нас одна сделка выйдет в плюс, другая в минус. И можно будет ту, которая в плюс, закрыть и потом вытянуть ту, которая была в минус, например. Вот. Но это была демонстрационная сделка, поэтому я закрываю их обе прямо по рынку, чтобы вам показать. Но вам рекомендую лучше использовать лимитные заявки, чем рыночные. Но смотрите, у меня открыты другие две позиции, которые в очень хорошем плюсе. Они находятся в инверсной марже. Это фьючерсы, обеспеченные не тезером, не USDT, а обеспеченные самой криптой, в данном случае эфиром и риплом. И вот я захожу в свою сделку, можете просто нажать вот здесь. Вот у меня сейчас висит, допустим, лимитная ведерко на разгрузку, то есть продать 1000 контрактов. У меня позиция 14 тысяч контрактов по эфиру, цена ликвидации далеко, профит уже большой, и я могу расставить плавный выход из этой позиции. Допустим, вот по 2860 продать 1000 контрактов, по 3000 продать еще 1000 контрактов. Я нажимаю вот так «Продать эфир», и появляется заявка. Вот, как вы видите, выше. Я могу ее еще перетащить прямо на графике, что очень удобно. Вот. Также, конечно же, я могу выставить стоп-лосс, пойти вот сюда, вот здесь вот, поставить стоп-лосс
какой мне нужно. Или в данном случае, если я уже в хорошей прибыли, я могу выставить стоп-лосс так, что он сработает как бы как take profit. То есть вот у меня будет прибыль все равно 2 эфира. Могу выставить в процентном соотношении, чтобы убыток был 5, 15 или 25%. Тогда это будет цена ниже моей цены входа. Take profit также могу выставить на 25%, на 50%, но поскольку уже мы сейчас сильно выше, то у меня take profit гораздо выше. То есть вот я, допустим, по $3000 take profit, у меня будет прибыль тогда 3 эфира практически. Или если по $5000 я выйду полностью, то у меня будет прибыль 4,7 эфира, почти 5 эфиров или 3000%. Вот так это работает, но я сейчас не выставляю, я торгую здесь вручную. Одну заявку эту отменяю. Вот, собственно, получается, что основные отличия здесь и удобство в том, что биржа очень высоколиквидная. Даже в моменты, когда все лежит, и желтая биржа, и остальные лежат, Bybit дают обрабатывать транзакции, что очень-очень круто. Очень крутая клиентская поддержка. Вот здесь вот пишите, они вам моментально отвечают на все вопросы и разруливают все ситуации. Когда вы открываете позицию или добираете еще до позиции, всегда выскакивает окно подтверждения с вашей ценой ликвидации, что очень-очень важно, чтобы рассчитывать правильную позицию. Ну, видите, я здесь прям точно ювелирно вошел на самом донышке, поэтому я буду держать. По Ripple у меня здесь такая же позиция, приблизительно. Тоже достаточно хороший точный вход прямо внизу. Я буду ее держать, но могу также выставить, допустим, продать часть Ripple по, скажем, по доллару, продать 500 контрактов, да, там по 90 центов. Продать 500 контрактов. И вот у меня будут эти заявки стоять. Могу их также перетаскивать на графике. Очень удобно, замечательно. Вот так вот легко и непринужденно, полуавтоматическом режиме вы можете торговать и собирать профит в самой крипте. Также я могу расставить ведра на покупку. То есть, допустим, если вдруг Ripple сейчас упадет куда-нибудь там к моей цене входа, скажем, по 0.6 он будет, я могу купить 500 контрактов поставить. И у меня организуется вот ведро снизу. Также, а если вдруг он упадет на 0.5, что вообще уже маловероятно, я поставлю купить еще Ripple. И у меня вот так вот появились ведра на покупку, так называемые. Теперь можно сказать, что я могу вообще не следить за графиком. Цена пойдет вниз, у меня доберется позиция. Цена пойдет наверх, у меня разгрузится. Вот в таком полуавтоматическом режиме можно грести профит прямо в самих монетах. То есть, если вы true криптоходлер, вы можете получать профит не в тезере, а прямо в эфире, в рипле, и также в биткоине и в EOS на этой бирже. Ну и в мобильном приложении вы все это прекрасно контролируете. Вот, то есть вы можете увидеть здесь свои заявки активные. Допустим, вы идете также в XRP USD, и вот здесь мы видим все свои заявки, можем спокойно отменить, допустим, заявки на разгрузку. И вот видите, они исчезают на экране. И также отменить заявки на покупку, вот они тоже исчезают. Также, естественно, вы можете выставить новые заявки здесь. Допустим, по $1.5, если вы решили, что будет XRP. Можете продать 1000 контрактов, выставить заявку. И вот она появилась здесь сверху. Также можете ее здесь дергать и перетаскивать, и удалить, если она мне нужна. Очень-очень удобно и замечательно, ребята. Торгуете и забираете прибыль. Я на самом деле уже частично разгрузил эти позиции. Они были в 2 раза больше. Я всю дорогу здесь потихоньку забирал прибыль, чего я вам рекомендую. Но об этом уже будет другое видео о стратегии торговли. Можете посмотреть мое видео, как работает рынок, как на нем заработать. Я всем рекомендую никогда не входить единоразово в позицию и также выходить из нее. Я всем рекомендую плавно разгружаться на разных уровнях и плавно догружаться, как я вам уже показал. Цена пошла наверх, частично позиция разгрузилась. Цена пошла вниз, частично позиция догрузилась. И все, таким образом вы будете всегда в плюсе, потому что все эти заявки, вот на этой разнице вы и будете, собственно, зарабатывать, друзья. Да, и также вы можете здесь врубить мультирежим, например, 3 графика сразу, если вам нужно, или даже 4 графика сразу, что тоже очень удобно. И дневной режим, если вам нужен, ночной режим. Так что вот такой вот обзор по Bybit'у. Более подробные фишки у нас будут в нашей серии обучающих лайвстримов по Bybit, которые появятся у вас сверху и в описании видео. Обязательно посмотрите, чтобы научиться всем тонкостям торговли на этой бирже. И не забудьте, что ссылка на биржу в описании, регистрируйтесь по ней, и будет вам профит. Ну а с вами был Гриня, это канал Crypto Commons. Торгуйте вместе с нами и зарабатывайте. Всем профита, пока.